Всем привет! Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын убежден, что стратегическая и традиционная дружба КНДР с Россией будет постоянно укрепляться. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину ко Дню Победы заявил о поддержке дела российского народа, сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. Выражаю твердую солидарность с делом российского народа для того, чтобы коренным образом устранить политические и военные угрозы и шантаж со стороны враждебных сил и защитить достоинство, мир и безопасность страны, продолжая бессмертные традиции победы. Убежден, что стратегическая и традиционная дружба между двумя странами будет постоянно укрепляться и развиваться в соответствии с требованиями времени и коренными интересами народов обеих стран, заявил Ким Чен Ын в телеграмме. Лидер Северной Кореи отметил, что российский народ в годы Великой Отечественной войны проявил непревзойденный героизм и дух самопожертвования, достиг великой победы в войне за справедливость, уничтожение фашизма, представлявшего угрозу будущему всего человечества. Такие вот новости. Всем пока!